Всем привет, добро пожаловать на мой канал, с вами Итальяночка, и сегодня я расскажу вам, как сказать по-итальянски «совершеннолетний» и «несовершеннолетний». Итак, «маджоренне» – «совершеннолетний», «минорене» – «несовершеннолетний». «Эссере маджоренне» – «быть совершеннолетним», «эссере минорене» – «быть несовершеннолетним», «дивентаре маджоренне» – «стать совершеннолетним». А теперь несколько примеров. Lui ancora minorenne, он еще несовершеннолетний. Lei già maggiorenne, она уже совершеннолетняя. In Italia si diventa maggiorenne a 18 anni. В Италии становятся совершеннолетними в 18 лет. На сегодня это все. А presto, до скорого. Ваша итальяночка.